Говном все заляпали, короче, не, да, и не убрались ни хрена. Дебра из Бич. Членяга скайпер. А ты развратный мишка, мистер Малина. У тебя там девушка в душе ждет. А, на велике приехал, что ли? О! Ни хрена такой! Фига ты, каскадер! Да слышь ты, прекращай! Ты хорош мне тут сбивать-то, Что это, куда ты там полетел, Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем GTA-шить. Итак, комната у нас засранная, так до сих пор так не убрались, короче, смотри, говном все заляпали, короче, не, да, и не убрались ни хрена. Дебра из Бич. И членяга такая, с капелькой. Членяга с капелькой, просмотр планов, короче. Так, я тут подумал и решил, что, наверное, за тех героев, которых нет в задании, короче, мы не будем, ну, играть, не будем херней страдать, пойдем, короче, по плану, по сюжеткам, ну, по дополнительным заданиям, чисто по заданиям, короче, как будем выполнять задания, потому что что-то и так у нас уже растянулось, короче, растянулось просто широчайшее GTA-ха, вот, но... Для за Майкла я все равно хочу взглянуть, короче, хочу попробовать позвонить психиатру. Может быть, появится. Появится, короче. Вот видишь, человек, как ему херово, короче. Ой, черт. Как ему херово. Надо бы к психиатру сгонять. Сейчас попробую позвонить, если получится, то. Туда. Если нет, то нет. Так. У нас же есть номер, да, этого психиатра, психотерапевта или как его там. Ёпте мать. Что там на улице творится? Так, доктор Фридлендер. Окей. Это доктор Исайя Фридлендер. Я сейчас не практикую, но вы можете получить ответ на вопросы о вашем здоровье в новой радиопередаче. Короче, хрен. Хрен получается у нас тут. Ничего не получается. Вот. Ну-ка, взгляну, что там взорвалось. Что там соседи бушуют, наверное. Шашлычок неправильно пожарили. Так, ладно. Ну, да. Да, в принципе, ничего у нас такого нет. Окей, давайте попробуем тогда за Майкла, ой, за Фрэнклина. Посмотрим, у него, в принципе, висит одно задание какое-то. Ну, я так полагаю, это гонки. Ну, можно, в принципе, прокатиться на гоночках еще. Будет. В принципе, это считается как дополнительное задание, и можно его выполнить. Ладно, пора идти. Действительно, надо пора идти и хватит отлеживать свою жопу. И так, смотри, уже раскабанил, как. Смотри, как раскабанил-то. Смотри, не отворачивайся, ну не надо, ну не надо. Ну, смотри, как ты раскабанил-то уже. Так, ладно. Так. Где там выход? Выход, по-моему, здесь, да? Угу. Так, давай взглянем, посмотрим, что у нас тут. Появилось у него задание. Ашка, это у нас Тревор. Там, кстати, Тревору, да, пока я тут включал, короче, запись, Тревору пришло сообщение, но я его еще не читал. Там что-то с подлодкой связано. Так, и бойня. Где тут я видел? Они же ночью, да? Они же тупо ночью, короче, гонки эти. Эти гонки ночью. Ладно, хрен с ними. Хрен с ними, пошли за Тревора. Почему-то бойня, короче, и... Вот эта вот подлодка там или что там. Все, а у него, короче, хрена засрано. А у него, короче, на карте. Что это? А зачем ты Малину-то тогда девственности лишал? Если у тебя тут смотри, какая штука. В ванной. Жесть. Понятно. А только одного не... Что там?
Чего не засиживаться? Кто-то что-то сказал, я что, не один дома, что ли? Оп, чего? Нажмите, чтобы поиграть с мистером Малиной. А ты развратный мишка, мистер Малина. Ну, блин, хоть слава богу, он ничего такого там не вытворил. Да? То же самое будет. Все мы друзья навек. Мистер Малин. Все, Тревор, отстанет, мистер Малин, у тебя там девушка в душе ждет. Окей. Погнали. Так, у нас есть бойня, короче, и есть вот эта вот хрень. Давай поедем в бойню сначала. Опа, смотри, у этого, у Франклина появилось задание. Погоди-ка. О, видал? У Франклина появилось задание. Ёпте, вообще разорваться можно. Ладно, уже решились, короче, Тревором, то Тревором. Я уже несколько часов заведённая, толку никакого. Чё, в смысле? Что там говорит? Так, Уит, Тревор, я видел подлодку в доках на корабле Дейзили. Надо обрезать тросы или найти переключатель, чтобы ее опустить. Уит. И типа там так коза, короче. Ох, я случайно вдохнул порошка, и теперь все убираюсь и убираюсь. Погоди, у меня там сообщение еще какое-то висит. Я же. Да, какое сохранить? Ты че? Рон, босс, я получил фотки. А, понятно. Все, да что ты? Все, ладно, погнали. Тревор хоть это футболку одел, да? Все, поехали. Нас ждут дела, нас ждут приключения, нас ждет бойня. Сейчас будет, будет что-то жарко очень. Это я тебе говорю, это тебе кричу. Сейчас будет бойня бойней. Ну, в принципе, с этими, с военными мы уже фигачились, так что, блин, нам уже ничего не страшно. Целую армию, короче, военных захерачили. Танки, танки. Так что, херня все. Если здесь какие-то сейчас гетты или кто там, что там за группировки, то... Фигня. Как нефиг, короче, сделаем их. Как нефиг. Там, короче, у Франклина появился Б. Это Барри, да, по-моему, Барри, или как его там? А! Короче, это либо этот репортер, вот этот, который, либо который с контрабандой-то связан. Которому мы товар возили. Ну сейчас, короче, мы бойню пройдем и попробуем за Франклина туда сгонять. Будет такая серия в разнобой. Ну, если время останется, то поедем, короче, с подлодкой что-нибудь придумаем. Так, ну, все, приехали. Да чтоб тебя! Ну, отдыхай, все. Так, ладно, приехали. Че это? Это как она сидит? Как это он сидит? Ты как сидит? Я ему сказал, что сниму кино про его задницу под названием там что-то. Но это будет очень постиронично использованное слово. Одновременно и обидное, и безобидное. Эй, какого хрена, чувак? Твоя футболка кажется мне слишком оскорбительной. Вот кого я не могу терпеть. Так это пост ироничных хипстеров. Если не нравится, вали свою Канаду, чувак. Ну что, хочешь огрести? Нет, стой, твою мать. Беги, тварь. Хипстеров-убийц?
На, держи. Сейчас мы хипстеры. Опа, 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 опа. Хипстеры наступают. Хипстеры наступают. Теперь мы с хипстерами будем воевать. С хипстерами мы еще не воевали. Так, погоди. Ух ты. Набежали, набежали, набежали. Это, короче, какая-то у них здесь сходка была. А я тут такой приперся. Приперся тут такой со своими предъявами. Кто, 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 где, где? Блин, они вон с той стороны, их много. Умри. Сколько мне надо? 20. А откуда, где? Во. А, 20 с чем-то штук, короче, надо убить. Ипсеров, 13 уже. Где вы, где вы, где вы? Бах. Откуда? Бах. Бах. Они, наверное, сверху по любасу. Нет, сверху никого не вижу. Откуда стреляют-то? Вон они через дорогу все. А, на велике приехал, что ли? О! Ни хрена такой! Фига ты, каскадер! Да слышь ты, прекращай ты! Хорош мне тут сбивать-то, На! Еще удумал-то, придурок! Умри нахрен! А чё у меня машина там так далеко делает-то? Так, этого замочили. Опа-опа-опа-опа! Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо идем. Хорошо идем. Давай быстрее перезаряжай. Время, время, время. Все, тридцатку я захерачил, короче. На. Тут-то каскадер вообще знатный. Окей. Все. Я, по-моему, выиграл, да? Бойня пройдена. Хорошо. Фу. Накромсал. Накрошил. Что это? Куда ты там полетел? Ладно. Так, моя машина, она вон там. А, доступны все бойни. В смысле? Доступны все бойни, говорит. А, типа все. Все бойни я сделал, короче, все бойни я прошел. Теперь можно, типа, любую повторить, да? Ну, ладно, это делать не будем. Так, окей, давай, где там у нас Фрэнк? Франклин. Я думаю, потом, когда я перемещусь, короче, за Тревора, он уже будет ближе, короче, к этой, к миссии с подлодкой. Они же как-то где-то рядом постоянно появляются. Опять дома. Я же выходил из дома. Или ты переоделся, зашел? Ладно. Ладно, уговорил. Кофточку накинул. Ладно. Так, окей. Где там Б? Б, Б, Б. Б это у нас Барри. Барри, а Барри это у нас... Тот, который с товаром, да? Репортер-то это Беверли, по-моему, да, его зовут? Ну, ёпта. А этот Барри. Что-то опять удумал, короче, со своей травкой. Он же, типа, борется за легализацию, да, я так понял? Травы. Ну, блин, вот эти повороты. Кто придумал вот эти повороты? Вообще просто какие-то резкие повороты такие. В них даже на маленькой скорости, короче, хрен повернешь. Кто строил эту дорогу вообще? Куда ты поворачиваешь-то? По своей стороне едь. Ну, тырки. На покупают прав, блин. Потом в GTA не умеют ездить. Чё там? Чё там, а? Чё там? Все, приехали. Где этот утырок? Где он? Барри. Мистер Революционер, ты где?
Что? Я тут на торчащей забастовке в мэрии. Единственный кретин, который сюда приперся. О, черт, да, сейчас буду. Я не забыл, я был занят. Точно, точно, занят. Долой правительство. Твою мать. А, короче, его ждать надо, да? Или этот ублюдок меня кинул? Да, этот кретин не знает даже, какой сейчас код. Или что, мне его ждать, или что? Эй, народ! Вы тоже с забастовки? А, ты тоже с забастовки, нет? Сам-то осел, факен осел. Так, где этот Барри? Ну, кстати, тачка вот эта прикольная, которая, да? Эй, Барри, где этот Барри? Что мне надо сделать? Мне его ждать надо или что? Или он меня кинул? Тырок. Погоди. Ёпта, я что-то не понимаю. А, типа всё, да? Он меня бросил. Он меня типа кинул, короче. А куда я? На кого я переключился-то? На Майкла, блин. Чё, напахал, что ли? Он молодец. Стой! Ёпта, я что-то ни хрена не понял. Моточку уже поделал. Короче, все, он меня бросил, да? Он меня кинул, короче, видишь, Франклин уехал, да? Короче, в жопу этого Барри. В следующий раз увижу, короче. Надо было сразу тогда ему, короче, долбануть с этой, с вертушки Ван Дамма. В нос или куда-нибудь. Так, ладно, ну, поехали. Обратно к Тревору. Что-то ты туда-сюда сегодня. Крутимся, вертимся. И непонятно, что где. Так, ладно. Мы. Да блин, я не туда нажал. Так. Нам надо вот сюда. Вот сюда. Я думал, это забор. Это калитки. Так, я не хочу что-то на свои ехать, я хочу вот на этой тачке поехать. Она такая прям помощнявая прям. Во, видал, как рвет, видал, какой звук. Нормально. Видал, как с места просто рвет. Тачка мечта просто. Просто зверь. Просто огонь. Если будет погоня от ментов, короче, на этой тачке просто хрен догонят. А. Просто видал. Настоящий американец. Там что-то, короче, у нас синяя точка появилась. Ну, ладно, у меня дела. У меня сейчас дела, короче, и я пока не могу. Потом. Я думаю, те, которым мы не помогаем, короче, они, ну, вот этим точкам, вот этим, которые появляются на карте, они потом заново появляются. Я так думаю. Кстати, гонки на мотоциклах на водных вон есть на карте. Ох, как понесло-то, ох, как понесло. Опа. Вырулил, зато не убился. Хорошо. Так, я не понял, а вот эта подводная лодка, это не на военной базе случайно? Кстати, вот этот корабль будем грабить. Вроде когда. Это мы обратно в порт.
едем. Или нет? А, нет. В порт туда. Там фига, видал, флаги, там российский флаг даже висел. Прикольно. Воу-воу-воу-воу, просто, просто токийский дрифт. Просто, знаешь, форсаж такой. Офигенная точила, просто мне нравится. И физика у нее прикольная, кстати. Чего, друг, плиз? Прям смотри, такая, ох. Точила просто огонь. Вот мне нравятся, короче, тачки такие вот, знаешь, вот, монстр-кары, как, да? Монстр-кары же называют. Раздобудьте мини-подлодку. Так, а мини-подлодка, она где? Вон она. Прям просто огонь, а не машина. Так, ладно. Надо как-то взобраться... А, вон лестница. Все, ништяк, приехали. Я надеюсь, сейчас ни в кого стрелять не буду. Или буду? Там вон, смотри, народ что-то... Ну-ка, погоди. Там, походу, народ. Так, я сейчас пушку, короче, возьму. У меня же с глушителем она все-таки. Там кто-то, короче, вякает. Окей. Окей. Так, что ты здесь делаешь? Уходи. А кто это мне говорит? А, ты мне говоришь? Все. У него что-то вылетело, короче, из головы. Кредитная карточка? Или бейджик? Короче, я его не хотел убивать, но он сам нарвался. Ладно. А, это зеленая точка, короче, это нажать надо. Так. Ну что, мне туда в воду надо нырять? Вам нужно залезть на мини-подлодку, чтобы попасть на нее. Окей. Да ёпта. Мне на нее залезть надо? А, ну да. Логично. Доберитесь до точки разгрузки. Я думал, он люк не будет закрывать, короче. Там, короче, смотри, там народ. Флойд, я достал подлодку, по которой мы говорили. Помоги мне ее пристроить куда-нибудь на пару дней. Флойд, не молчи, иначе я приду и я, ну... Мы оба знаем, что тогда будет. Ну ладно, приводите ее. В западные доки к пирсу номер 400. Скоро буду. Послушайте, я подгоню грузовик, чтобы он отвез вас на склад. Смотри, рыбка. Что это? Профсоюзный работник честно зарабатывает себе на хлеб? Сэр, тут нет ничего нечестного. Что это самое бесчестное занятие, которое я когда-либо видел? Эй, мы же никому не причиняем вреда. Нет никому, если не считать владельца подлодки. Дружище, советую тебе побольше знать о Мэри Security Consulting. Они бы все давно сели, что-то не защищало своих подрядчиков с любых рисков, как военных, так и гражданских. У них неприкосновенность, вот они и ведут себя соответствующе. Крадут, убиваются, сошли с ума от власти пушек и анаболиков. Везучие засранцы. Послушай, я про это ничего не знаю. Вот именно, о чем речь. Услугами Мэри используются люди, которые обожают срать на голову самым бедным. И вот поэтому мы с удовольствием насрем на голову им. Супер, прям не терпится это сделать. Ну вот, так-то лучше. Так, я, короче, что-то так и не понял, как ее управлять. Я нажимаю вперед, она тонет. На shift это всплывать, да, я так понял? Да, на shift всплывать. Так, стопы, стопы, стопы. Ну, это... Я уплыл. А, погоди.
Мне надо в обход. Я просто не вижу, что там. Вот, вот так вот надо плыть. Я просто не вижу, что тут. По волнам, по волнам, волнам. Та-ла-лам, та-ла-ла-ла-лам. По волнам, по волнам, волнам. Так, да, вот так вот проплыть, он там сейчас прямо, короче, прямо, не врезаться в мост, и там потом налево. Поезда, поезда ездят. Так, а погоди, я что-то не понял, я же выбрал, короче, ну, пошуметь, на корабль напасть, взорвать корабль, да, или что-то там, что-то такое. Зафига мне лодка подводная. Я же так понял, мы будем груз, короче, красть, который на корабле, а не под кораблем, который. Или все-таки все равно под кораблем, который, но нападать будем сверху на корабле. Тогда, блин, смысл было сверху нападать. Что-то я запутался, короче, какой я план выбрал. Ладно, посмотрим, что они там удумали, что они придумали, короче. Но в любом случае мы должны будем пошуметь, потому что я выбрал шумный. Как я понял, мы выбрали шумный план. Ну, слушай, такое, знаешь, задание такое простенькое. Да, грузчикам было сложнее работать, чем это задание. А это что, корабль, да? А это тот корабль, который будем красть. Ну, обкрадывать, обносить. Ладно, давай под водой поплывем. Вот смотри, там что-то колечко. Флойд, ты там? Да, сэр, я на кране. Всплывайте, я вытащу вас на берег. Отлично. А, это колечко, это мне сюда надо, да? Блин. Нормально-то? Давай еще под конец миссии, короче, зафейлись тут. Так, всплываем. А, он сам, да? Окей. Флойд, так все аккуратненько, аккуратненько. Тревор бы как швырнул бы уже, она сразу залетела, короче, на машину бы. Это так аккуратненько, аккуратненько на кране там что-то. Ты чего там, все готово, поехали, поехали, ну. А, да, хорошо. Быстро. О боже. Ладно, понеслась. Все, я тут. Боже ты мой. Оставьте мини-лодку у склада. А, ну все. Блин, теперь ее главное не потерять. Теперь ее главное не потерять. Так, первый столб пошел в ход. Я бы не удивился, если бы нас поездом сейчас сбило. Было бы прикольно, шикарно, смешно. Так, ну склад, в принципе, недалеко. Такие просто беспалево, знаешь, под лодку везут. Аккуратненько, аккуратненько. А это они к себе в порт привезли? Можете тормозить. Так, 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 не потерять бы. Это он в порт, да, привез, где он работает. Выйдите из грузовика. Ты уверен, что так все будет в порядке? Уверен. Ну ладно, если соврал, я тебе твою печень сожру. Пошел отсюда. Видал, какой прямой просто удар. Фу, такой просто. Ну, в принципе, все, видимо, все.
Стой, мне тачка нужна. Стой. Меня подвези, ублюдок. Флойд, урод. Я сейчас домой приеду, я тебе жопу-то надеру. Сейчас я тебе жопу-то надеру у дома. Так. Опа, смотри, сколько заданий сразу пооткрывалось, а? Видал, да, сколько заданий сразу? Сколько сразу заданий просто. И на карте ни одного. Не видно. Вот. Ну что, друзья, ладно. На этом буду заканчивать. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.